Боже, это вам не стыдно вот в таком помещении собирать людей? Вот мне, например, я была замдиректора по административно-хозяйственной части, мне было бы стыдно. Понимаете, вот это вас показывает вашу работу в первую очередь. Вот. Очень давно уже работаю. Это во-первых. Во-вторых, вот на Новый год, на каникулы, у меня была внучка. Я поддерживаю вот эту женщину, которая выступала. Действительно, некуда выйти. Бабушка, пойдем сходим к елке. Ну, пойдем сходим к елке. Одни бешеные собаки бегают. Да, бродяги. И машины. Грязь. Нет, не было. Грязь. И кафе еще там. Все метет. Вот так вот. Ур нету. Все бросают на пол. Куда угодно. Просто страшно выйти. Мне было стыдно. Мне было стыдно. Я говорю, Ариночка, доченька, пойдем на свой участок. У нас там все хорошо. Как это не вопрос? Это вопрос, это в первую очередь. Понимаете, это не вопрос. Ну не вопрос, но, понимаете, вы сами здесь живете. Вот и мы должны болеть. Бродяжки, буквально два. А помещение зарадно отремонтировать. Сколько участков продали в Салтыковке? Копейки. Вот это все стоит. Копейки. Не хотите работать, не надо. Я уволилась. Я не уволилась. Она уже больше года уже в школе.